Начало 20-го столетия. Время безмерных надежд в силу науки и технический прогресс, которые, конечно же, должны принести небывалое счастье всему человечеству. Автомобиль, воздухоплавание и кинематограф как зримое воплощение нового века. Во второй части нашего фильма мы хотели бы поговорить об этом, но все же в основном о кино, мире мелькающих теней на белом полотне экрана, и о человеке, который сыграл значительную роль в знакомстве тюменцев с достижениями, как тогда говорили, живой фотографии. Известно, первый в мире публичный кинопоказ прошел в Париже в 1895 году. В мае 96-го живую фотографию увидели в Петербурге. Согласно версии сибирских исследователей, уже в ноябре-декабре того же года заезжий демонстратор предъявил новинку жителям Тюмени и Тобольска. Что же касается попыток кинодемонстрации местными кадрами, они тоже не заставили себя ждать. И Шустер не был бы Шустером, если бы не принял в этом революционном процессе живое участие. Правда, несколько поспешное и, видимо, поэтому не слишком удачно. Тобольская газета «Сибирский листок» за март 1897 года сообщает: приехал некто Шустер и предполагает дать сеанс с кинематографом. И далее: Шустер оказался шутником. Аппарат приобрел, а как обращаться с ним, не научился. Сеансы чуда нашего века не удались, так как почти все картины вышли неотчетливо, а некоторые пришлось снять с экрана без действия. Упоминаемый здесь некто Шустер, как мы полагаем, есть никто иной, как герой нашего повествования. Иосиф Савельевич Шустер, в последующем известный тобольско-тюменский фотограф, владелец кинотеатров и первый тюменский кинохроникер. Для Тюмени первым документально зафиксированным киносеансом, скорее всего, был киносеанс, упомянутый в Сибирской торговой газете от 12 июля 1897 года. На Ярмарочной площади в особом балагане показывается синеграфоскоп братьев Пипо. Подражание кинетоскопу Люмьера. Вот так тюменцы начали знакомиться с новым видом искусства. Поначалу это были короткие 10-15-минутные показы, организованные гастролирующими демонстраторами. Цена билетов была высока и многим не по карману. Однако постепенно, с усовершенствованием аппаратуры и постоянно увеличившимся количеством кинолент, все большее число зрителей смогло приобщиться к новинке. В общем-то, первые электротеатры, их архитектура повторяла традиционную театральную архитектуру. Это оркестровая яма. Если, так сказать, был богатый электротеатр. Если оркестровой ямы не было, то обязательно топер, обязательно актер, который читал титры, обязательно шумовые эффекты, потому что, по большому счету, кино немым в полном слове, это, в полном понимании этого слова, немым никогда не было, потому что первые показы, первые владельцы электротеатров следовали традициям театральной культуры за экраном.
были различные приспособления, которые по ходу фильма давали различные звуковые эффекты. Понятно, кино делали зрелищным. Ну а поскольку публика была неграмотная, вот, то обязательно был актер, который титры читал. Николай II как-то называл кино балаганным промыслом. Он ничего не понимал в революциях. А ведь это и была революция, только сознание. Тюменцы, конечно, догадывались, что кроме их замкнутого провинциального мирка, где-то есть другой большой мир. Но это было скорее теоретическое знание. В газетах писали. А тут им предоставилась возможность своими глазами увидеть парижские моды, демонстрируемые в самом Париже. Купание священных слонов Индии, пляски африканских туземцев, альпийские луга и шотландские замки английских аристократов и американских ковбоев. Весь мир открывался для них на мерцающем экране под стрекот киноаппарата и музыкальные композиции пианистов-топеров. А в экранных мелодрамах кипели страсти. В коротких немых картинах не было времени для полутонов и психологических нюансов. Все на нервы, на заламывании рук. Вы только вслушайтесь название. Обнаженные сердца, злые соблазны, в экстазе любви, кровью залитое счастье, женщины без сердца. В зале рыдали все, но особенно барышни. Вот это жизнь, вот это любовь, а мы, а у нас... И как будто этого мало, кинематографические фирмы выпускали леденящие душу истории. Смертельный танец, тени зла, невеста смерти, черная рука и, конечно же, Фантомас. Будоражили боевики, веселили незамысловатые комедии, просвещали исторические драмы и экранизации известных литературных произведений. Да. Кстати, любопытный момент. В кинотеатрах того времени, так сказать, для привлечения публики выступали и живые артисты. Как бы мы сейчас сказали, эстрадных жанров. Гастроли всемирно знаменитого галлюцинатора толпы египтянина Бен Али. Попурри с пением от элегантной босоножки Галли Рудини. Имитатор Вилли Вильсон, куплетистка Дора Декаданс, гимнастки сестры Грей, художница момент мадемуазель Фатима, исполнитель романсов, чтец-декламатор, скрипач-мандолинист и тому подобное. До 1909 года периодические кинопоказы проходили в самых различных местах. В павильоне на Базарной площади, в городском театре, в приказчем клубе. Наконец, 3 мая 1909 года в доме Брюхановой по улице Царской, вот на этом самом месте, открывается первый в Тюмени постоянно действующий кинематограф. Электротеатр «Рояль Био». В это же время в Спасском сквере на углу улиц Воиновская ныне Кирова и Спасская ныне Ленина строится первое в Тюмени здание, специально предназначенное под синематограф. И пусть это всего-навсего круглый фанерный балаган, но все же 6 июня 1909 года гордый владелец сего строения Юлиан Буяльский представляет почтеннейшей публике электротеатр «Фурор». А уже в декабре того же года «Фурор»
переименовывается в «Модерн» в связи со сменой хозяина. Новый хозяин – Иосиф Шустер. И закрутилась ручка проекционного аппарата. Что представляли собой кинотеатры Тюмени начала 20 века? «Рояль Био», «Палас», «Модерн», «Вальдемар». Перед входом в кинотеатр стояла вывеска, освещенная электрическими лампочками, а также афиши демонстрируемых фильмов. Зрители, заходя в фойе, видели просторное помещение, украшенное картинами, гравюрами, портретами актеров. По углам стояли искусственные пальмы. Для удобства зрителей – диваны, кресла, в буфете – самовар. Иногда даже была курительная комната. В зале находились места для зрителей разного сословия. В большинстве своем венские стулья, диваны, уложенные для состоятельных зрителей, а также галерка для бедных. Мальчишки, которым удавалось проникнуть в кинотеатр без билета, часто смотрели фильмы прямо лежа на полу, под стульями первых рядов. Между фильмами в антрактах были танцы под оркестр, а иногда вечерами – пикантную программу для любителей этого жанра. Экран «Модерна» погас в 1913 году, когда деревянный балаган перестал удовлетворять запросам тюменской публики. Но уже в декабре 2011 года на улице Царской Шустер открыл еще один электротеатр – «Весь мир». Считается, что этот кинематограф размещался в здании, которое в 30-е годы прошлого века было снесено. Однако есть основания думать, что это не так. Передо мной копия документа из Тобольского архива по поводу открытия кинематографа в городе Тюмени. План дома Павлы Петровны Воробейчиковой, в котором Иосиф Савельевич Шустер предполагает открыть кинематограф. Итак, вот фасад здания согласно плану. А вот историческое здание, находящееся по адресу улицы Республики 30. Один из домов, когда-то принадлежащих купчихе Воробейчиковой. Сходство стопроцентное. Похоже, что перед нами хорошо сохранившееся строение старого тюменского кинотеатра. Прошу любить и жаловать электротеатр «Весь мир». Зал на 230 мест, фойе с креслами, пальмами и буфетом. По-русски название «Весь мир» звучит как рекламное обещание. На нашем экране вы увидите «Весь мир». Но мне думается, что здесь заложена шутка. Дело в том, что есть расхожее еврейское выражение «Вейизмир». Иосиф Савельевич не мог его не знать. В вольном переводе оно означает что-то вроде современного «я в шоке». Весь мир функционировал до мая 1916. Но уже в октябре того же года на том же самом месте Шустер опять открывает кинематограф. Театр миниатюр «Био». Но и это еще не все. Сибирская торговая газета от 17 сентября 1913 года сообщает. Шустер вошел в соглашение с господином Воробейчиковым о постройке нового помещения электротеатра на Царской улице. Театр будет каменный, на 600 человек. Одноэтажный. Так рождается гранд-электротеатр «Гигант». Он начал свою работу в декабре 1913 года. Кинофильмы демонстрировались под аккомпанемент рояля и физгармонии.
Просторное фойе с камином и креслами было украшено картинами, цветами и статуэтками. Имелся и телефон. Алло, барышня? Электротеатр «Гигант». Будьте любезны. Электротеатр? А какой у вас сегодня репертуар? А в какое время ближайший сеанс? Благодарю. Ну что, пойдем? 17 сентября 1915 года. Только для взрослых. Интересный, веселый фарс в трех больших отделениях, разыгранный лучшими московскими артистами 100 тысяч. Начало сеанса в праздники с часу дня, а в будни с 5 вечера. В случае порчи картины дирекция оставляет за собой право замены таковой другой. Дирекция просит оставлять билеты до конца сеанса и занимать места согласно взятых билетов. Собак не водить. Пусть не создастся у вас впечатление, что Шустер был единственным владельцем кинотеатров в Тюмени. Это не так. Были и другие. Но Иосиф Савельевич, безусловно, был старейшиной этого цеха.